Новый протокол здоровья и безопасности охватывает каждый аспект всего путешествия пассажиров с момента букинга. Улучшен процесс посадки и погрузки. Проверка температуры гостей до посещения терминала. Ознакомление с опросами о их здоровье. Каждый гость проходит тест. Посадка происходит в определенное время и при необходимых условиях безопасности. Каждый пассажир снабжается специальным ремешком с датчиком местонахождения и взаимодействия с компьютерными терминалами. Все компоненты багажа дезинфицируются перед погрузкой на борт. Санитария всего корабля улучшена новыми методами дезинфекции. Для чистки корабля используют больничный дезинфектор. Публичные места теперь обрабатываются тщательнее и чаще. Предлагается хорошая личная гигиена гостей и персонала. Это мойка рук в выделенных санитарных зонах. Температура гостей проверяется каждый день. Защитные маски должны быть надеты во всех публичных местах корабля. Социальное дистанцирование имеет место быть. Корабль оснащен медицинским центром. Подготовлен план аварийной изоляции со специальными каютами для подозрительных случаев с ограниченными контактами. Уникальные предложения для наших гостей. Полный список развлечений для меньших групп. Бассейны, джакузи и аквапарки открыты. Получи удовольствие в театральных выступлениях с уменьшенной вместимостью. Развлечения днем и ночью. В детских клубах новые процессы проверок еще до начала веселья. Проведите время в спа с усиленными средствами защиты и гигиены. Безопасно посетите магазины и бутики. Меню доступны по QR-кодам. Концепция обновленного сервиса в буфетах, где еда наложена и подается. Изучайте новые места в защищенных прибрежных экскурсиях. Они были специально разработаны с высокими стандартами безопасности, как и на борту. Заранее проверены водители и гиды. Посадка контролируется для продолжения социального дистанцирования. Здоровье и безопасность – наши наивысшие приоритеты, чтобы наши гости могли круизировать с уверенностью. Далее послушаем мнение круизера. Я ощутил безопасность, когда взял на борт с собой детей. Все операции очень хорошо организованы, начиная с посадки, обедов и шоу. Фабрицио, мы не эксперты в круизах, это наш первый круиз, и мы получаем от него огромное удовольствие. Паскаль, мое мнение таково, что круизы – это самый безопасный вид отдыха. Каждый сможет насладиться всем, чем пожелает, будь то развлечение или релакс. Карл, исполнительный директор. Важно, чтобы все соблюдали правила, каждый в безопасности. У нас COVID-тест до посадки, мы также проверяем температуру перед посещением ресторанов и буфетов. Все в полной безопасности.